26 марта большая вода добралась и до Холуя. Тези тесно в своих берегах, подтоплен мост. Нижняя часть сооружения уже находится под 10 сантиметрами воды. Эвакуации людей не потребуется. Жизнеобеспечение населения также не нарушено. Напомним, в поселке проживают 950 человек. Для жителей организована лодочная переправа. На период паводка транспортное сообщение экстренных служб осуществляется через гидротехническое сооружение «Шлюз номер 4», который расположен в поселке. Объездной путь к нему составляет 4 километра.